Юху! Всем привет! С вами Енот, с вами Римворлд и Кассандра, и Максимальная Сложность, и продолжаем игру за нуба в этой игре. Прошлую серию мы хорошенько так отгребли. Ну как отгребли, они сюда вломились. Не, пару раз отгребли, потому что один раз я был вторжение прямо сюда, в наш основной сектор, и в итоге была потеряна комната и много людей, потому что роботов я пока фиг знает, чем сделаю. Да, у меня же каменный век, я ничем их не сделаю. И вот, и меня просто избили. И пришлось загружаться несколько раз. В смысле, идите лесом, я не торгую. Пока. Я еще каменный век, какой у меня там век? Технологии. Где-то можно было посмотреть, в каком я веке нахожусь, но да ладно. Давайте просто посмотрим, что будет. Может, они сейчас закончатся и начнут убирать, наконец-то. Фауна. Что, есть кого разделывать? Да, потом иди поразделывай. То явно пропадают ресурсы. Ну и давайте вот этих грохнем. А, это белочки, которые парочка упала. Да, дел у нас сейчас много. Тут надо немножко обрезать все это. А мышка тоже убитая. А это пропала мышка. То, что я поистреблял всех. Ну, просто если мы их сейчас не истребим, другие не придут, то есть их надо все равно жрать. Кто у меня еще не спит? Ты не спишь? Ну, давай потом сбегай, поразговаривай с ним. Надо будет в тюрьму поставить генератор пас. Плохое настроение. Чего у тебя навсегда плохое? Ты мне вообще нафиг не нужен. Может, тебя на органы пустить? Я так с тобой жертвую, чтобы все было хорошо. Общение и ремесло. Блин, я тебя взял только ради ремесла. А тебя ради чего взял? Строитель горное дело растениеводства. Ну, кто ж пригодится. Я еще не знаю, чем вот это засажу. Но чем-то засажу, это точно. Опа. Так, стопэ. Просто тикай. Ты тикай сюда. Фразби тоже тикай сюда. Вот, ты его хорошенько посадила. А чуть ближе. Давай сюда. Все. Ты у нас кто? Ты серый пострадавший, да? Понятно, ладно. Галька побежала. Что делать? Переносит. Нет, давай будешь собирать. Сейчас мы потихоньку все сделаем. Шерсти у нас, ткани. Ткани у нас вообще нету, да? Ума мстит, господи. Нет. Все выбегаем к ней. Пума. Бегаем, 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 бегаем. Блин, хорошо досталось. Все. Серый, прости, что вы беспокоили. Блин. Ну все, спасем, не спасем, там разберемся.
Так, галька разделывает, это хорошо. Пак, блин, где отдыхай, господи. Почему они сами не могут лечить, если у них кровотечение? Кто-нибудь быстро, кто тут рядом есть? Серый. Давай, лечи его. Думаю, тверь мне важнее. Мне это через 14 часов бы кони двинул. Хорошо, тебя пума отдала. Умиротворение, это хорошо. Фауна. Волчица и волчица. А толку мне от них, да? Но их все равно лучше все забрать. Питомцы. Чем они будут неизвестно кто, неизвестно где. Это лечится, лечится, нормально. Ой, мясо халявное. Куда побежала? Нужны материалы. То есть вы всех разделали так быстро? Ну, хорошо. Бумулпа, конечно, прикольно, но они, походу, слишком слабые. Они против толпы людей, чтобы забежать, подорваться и все. Но здесь надо какой-нибудь хлам накидать. Ну, через этот проход редко кто заходит. Слишком неудобно сделан. Они идут коротким путем, то есть сюда. Надо ждать их здесь, чтобы они пошли сюда. Проблема-с. Ну ладно, сейчас все будет. Готовка. Ха, потихоньку мы куда-нибудь довыйдем. Там готовят, тут готовят. Сильное недоедание. Так поешь, господи. Это все свои эти делает. Статуи. Хотя их бесконечно делать не надо. Биби. Честно, лучше бы ты просто камень побелала. Как проснешься, иди этим займись. Ты проснешься, ну, разговаривать. Стой, разговаривай. По идее, просто тюрьму делать не надо. Сделаем потом ее. Жалко, что нельзя сделать разные тюрьмы, типа, и перекладывать их с одной тюрьмы в другую. Это бы имело смысл. В плане смысл, что мы могли брать тех, кто вербуем в одно место, а тех, кого на органы в другое. В идеале, надо бы, да, на органы ставить людей и переплавить. Ну, блин, тут люди будут возмущены. Так. Смерть теленка. Что, тебе не нравится, да? Убью. Бум. Давай. Надо же было прийти и убить, а? Прям других у тебя не было. Смерть теленка мухова. Ну ладно. Все равно помрешь. Учиться мстить. Пас. Дави ее, дави. Все. На, не получилось ни одного завербовать. Все, все волчицы умерли. И хоть камнем заниматься. Нам бы камня поднять. Статуи-то статуями. Ими, ладно, разберемся еще. О, брик-уборкой занялся. Наконец, хоть кто-то. Тут бы покрытие какое-нибудь сделать. Ковры. Ковры нужна этот...
ткань, а ее не немного. Гранит, сланец, сталь. Песчаник. Пол покрыть можно, но толку-то от этого. Грубый песчаник. Золото, серебро. Нет. Блин, я думал, будет работать эта система. Походу, она так не работает, как надо. Если мне кто-то внутрь войдет, это просто жесть. Без шансов, я даже сказал. Все-таки, наверное, надо здесь сделать область посадки и еще ткань посадить. Что шерстью. А ткань тканью. Хлопчатник. У меня вот всего лишь хлопчатника вот растет и все. Пара деревьев, пара этих. Кукурузы немножко, картошки немножко. Все по чуть-чуть. Но мясо есть, уже наготове. Просто ублюдо из мяса. Фауна. Заяц, енот, индюшка. Пум опять. Блин, ну они не вербуются, они сволочи. Давайте попробуем. Что, нам они нужны. Нам нужна любая мощь, что это? Привязанность Гарри. У альпака. Сколько Гарри был? Да нет, Гарри, это что? А, вот он, Гарри. Все тело, беременность, второй триместр. Привязанность... А почему ты к нему привязан? Я же тебя не вербовал никак. Может, изначально привязывал? Нет у тебя никого. Как быстро засадили. Так, эти ребята тут бегают. У нас тут шарится лягушка. То есть раздеться ты не хочешь, да? Ну, а до нуля. Скоро у нас будет еще один новенький. Такое ощущение, что чего-то не хватает. Тумбочка, лампочка. Тумба, лампа. Лампа, тумба, тумба, лампа. Я обычно делал больше дома, чтобы еще им статую впихивать. Ну и да, статую я продавал. Конечно, искусство бесполезная вещь. А деревянные ловушки еще к тому же. А вот из камня ловушки более-менее. Куда ты свое искусство потащила? А, еще делаешь? Новый рекрут. Фреспи? Нет, не Фреспи. Пума? У меня есть пума. Офигеть. Молодцы. А где мой новый рекорд-то? Вот ты. Так. Кто ты у нас? Дальний бой один. Я даже не знаю, что тебе дать. Возьми вот неплохо. Врачом не будешь, этим не будешь, животноводом будешь, вот этим будешь, охотником будешь. Охотником? Ужас какой. Фермер, садовод, портной. Ну, остальное по мелочи. Врач, чтобы совсем мог лечить, потому что если он будет не назначен, то он дебил. Ну, самолечение, все. Вот и статуя хорошая подъехала. Чё, нормально. Разобрать. Да, ты пока этим заниматься не будешь. Фига себе, 10 забирает. О, механика готова. Чё такое СВУ? Изготовление самодельных взрывных устройств, ловушек.
классно. Так, у нас теперь появилась механика. У нас должна была появиться... Еще не могу, не могу. Производство. Да, что-то новенькое появилось. Верстак. Кузня. Электрокузня. Ну вот она, да, электрокузня, да. Так, что у меня появилось? Разделочный стол, стол портного, швейная машинка. По-моему, верстак. Вот такого верстака у меня не было. Давай из альпаки сделаем. Молодец. Теперь осталось с тобой разобраться. Скоро же тоже наш будет. А, блин, дом еще не надо построить. Черт. Так, покрытие. Покрытие дерева, конечно. Мы же за эко. Кровать. Тумбочка. Столешница. Цветочек. И лампочка. Вроде ничего не забыл. Дерево у нас должно быть предостаточно. Должно быть. А вот со светом. Ну пусть здесь пройдет. Запасные провода. Фауна. Опасных нету, есть всякая мелочь, которую можно истребить. Ну ладно, позже. Пока у нас мясо еще было. Что может делать верстак? О, разворот механоида сделать бесконечно. Это точно надо. Осколочный снаряд, зажигательный снаряд. Требуется сталь и химическое топливо. Пенный снаряд. О, это хорошо. Простой шлем. Продвинутый шлем. Осколочная граната. Коктейль молотова граната. Давайте пока шлем сделаем. По-любому. Если кто сможет. И нам нужна будет, да, пенная. Температура, развлечение, покрытие, не то защита, не то. Генератор на дровах. Генератор на химтопливе. Нет, он у меня всегда был. Ага, тут ничего нового нет. Солнечные батареи есть, но мне электричество особо сильно не нужно. Мне его хватает. Па-па-па. Тут нового ничего. Защита нет, энергии нет, мебель. Комод. Все старое, да? Не вижу ничего нового. Ну, только солнечная лампа, это для гидропоник. Автодвери, но пока не нужно. Приказы. Планировка. Ага. Типа сразу запланировать, как что выглядит. Так, ну прости. Все проходят обряд бомжевания. Легкая боль, недоедание. Да ладно, мелочи. Эти ягоды собрали. Медицинского у меня чего мало, мне это беспокоит. Так, у нас есть пума, это хорошо. Отменить, все. Устрою тут статую делать. Статую делал, когда делать нечего было, когда у меня было фига этих. Гранита. А что ты здесь делаешь? Блоки известняка. Они снаружи валялись, чтобы я их видел. Материалы. Каменные блоки. Нет. Ношения ухудшились. Да и ладно. Серый вообще профессионал. Прибежал. Тык-тык-тык-тык. Все разрулил. А дерево кончается. Надо бы еще.
отрубить. Молодцы. Блин, еды мало. Ну, в смысле, она как бы есть, но ее и мало. Надо бы истребить что-нибудь. Давайте вот это истребим. А что они тут бегают? Но чем больше у меня людей, тем выше моя ценность. Ценность моей колонии, тем опаснее будет выживание. О, кабанчики. Их можно было завести и кормить всем подряд. Ну ладно. Мы пока там истребляем. Кто это? О, Брига и он не женились. Группа путешественников приходит. Ну ладно. Молодцы, поздравляю, свадьба. Дальше бестактность. Зашли, прошли, насквозь ушли. Вот эти кто-то дуванчики растут. Могут питаться, если хотят. А не пропадет ли? Добрик, как закончишь, иди разделывай. Да, да, свадьба, свадьба. Хотя для свадьбы надо было другое место придумать. Ну ладно. Решили там, где работают. Ну хорошо. Голод. Че, че у тебя там, че? Что-то он там совсем сникся. Но вот снаряды, которые бы взрывались и остужали, вот здесь было бы хорошо. Ну ладно. Скоро все будет. Мы и коврами все покроем, вообще все будет ништяк. Ткань куда-то делать надо. Не знаю, что с ней делать. Продадим, если что. Да, я попал в ягод. Что-то они ягоды еще не таскают. У людей все больше, делают они непонятно что. Довольно, кстати, большая колония. Конечно, наверное, играю как нубера, потому что дают себе шансы отбиться. Я не знаю, я просто надеюсь свалить с этой планеты, имеется в виду. Зачем мне индюк и индюшка, если они ничего не делают? Ну, в плане никак не развиваются. Может, они могут просто развиться, может, их так тык-тык-тык. Хотя, ладно, разберемся, пусть пока будут. Че тебе тут? Идешь, идешь к нам? 0.6, почти. А, еще пару дней у нас еще не будет. Ну ладно, есть свободные комнаты. Кто-то женился, но свободных комнат нет. Ладно, они сами решают, когда переезжать будут. Еще как раз еще одну построю как-нибудь вот тут в уголке. Пык-пык-пык-пык. В таком импровизированном гетто. Я помню, как люди решали, выбирали, сколько людей должно быть, сколько должно остаться. Чтобы нападения были отбиваемыми. Но я об этом не парюсь. Моя цель — выжить. Блин, а еды все меньше и меньше, слушайте. Это напрягает. Давайте-ка поистребляем... Нет. Вот так. Психологический барьер и готовы к вербовке. Молодец. Каждый у нас пока будет заниматься своим делом. Никому не мешать и все. Все идет потихоньку для развития. Это потом все переставлю тоже. Но надо что-то делать, если на меня будут нападать с разных сторон. Из изготовления СВУ снарядов. Водяные генераторы. Это тоже что-то интересное. Ну так шейте, господи. У меня же стоит. Кто там работает? Кто у нас портной? Вот они у меня есть портные. Но он одновременно и кузнец, и ремесло.
и надзор. Не знаю, есть у меня, но они не работают. Сами выбирайте, что делать. Так, это у нас что, защита, да? Во, осколочная. Зажигательная. Эми-снаряды. Пенная ловушка, вот, нужны будут они. Создать пенный снаряд. Давать десяточку тоже. Какой-нибудь руки дойдут, и он сделает. Даже пиво не призывает, а чем ужас? Чем они все занимаются? Мне кажется, чем угодно, но не по делу. Вот ты куда бежишь? И все таким топливом. Ну ладно, допустим. Ну, питомцев у меня не так много. Ух ты, медведицы. Сильные, да, сильные. Мир и сего. Жара. Ну, жара не так страшна. Хотя, если так подумать, это крайне может быть некомфортно. Остужать я их не знаю, как кондёрам невыгодно. В смысле, кондёр может на минус и на плюс топить? Сколько мне нужно будет кондёров? 2, наверное, на все эти комнаты. Сейчас проверим. Сейчас разберемся. Здесь что, на охлаждение пашет? На плюс? +36 на +30. Не справляется. Нужно от двери поставить. Их здесь всю еду перепортит. Фига себе. А с тобой даже что случилось? Пока нужда, чё у тебя? Очень жарко, сон на жаре. Давайте, давайте. Все, у нас новый рекорд. Тонна. Кто-то у нас персонаж. Дальний бой. Ну, возьми огнемет. И остальное тоже там как-нибудь разберемся. Так, раз, два. Вот так вот. Кровать. Нет, чуть подальше надо. Вот так вот. Приказы, постройки, области, покрытие. Где-то. Сейчас мы будем все выравнять. Постойте. Сначала постепенно. Шаг за шагом. Но мы добьемся успеха. И поэтому не переживайте. Переживать буду я. Пожар все поджигает. Блин. Так, тут построили. Давайте теперь построим здесь кондиционеры. Первым делом основной наш сектор. Оставим так. Попробуем их охладить. Еда по-жесткому кончается, слушайте. Давайте разберем. Разберем. Поставим автодвери. Что-то здесь все плохо. Да, сейчас у нас будет только так пропадать. 3 дня, чтобы все исправить. И кто жрет всю нашу еду, непонятно. Питомцы вполне могут. Косяк куда-то потащил.
тихарет, это жаль. 52, 52, да вы с духом. Тонна. Слишком жарко. Ну, держись, что я могу сделать? Сейчас проекты. Я работаю. Работа. Тонна, 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 тонна. Врач. Строитель, шахтер, садовод, кузнец. Если честно, ты мне по факту так бесполезен. Ну ты врач хороший, типа, да? Но кто ты у нас будешь больше? Охотник нет, фермер нет, шахтер нет, садовод нет. Портным давай будешь. У Тонны нет оружия дальнего боя. Ну давайте Тони уберем тогда охотника. Тонна, ты больше у нас не охотник. Все. Сейчас все работаем. Постройка автодвери. Давайте из свистника сделаем. Опа. Пойти, кто там лепит все? Так, давай, топи на минус. Че ты как-то медь находишь, че у тебя? Левая нога отстрелена? Добавить операцию, установить деревянную ногу, левая. Иди отдыхайте, кто-нибудь прооперирует. Дайте успел ногу отстрелить-то. Так, это построили, построили, молодцы. Черт. Ша-ша, серый, делай. Биби, давай. Чтобы лучше бегал, а? Все, да, живой? Да, деревянная нога. Внутри 13, ужас. Три кондера не справляется, вы что, с ума сошли? Шестнадцать, нормально. 43, ну скинули. Че, у вас тут тоже плохо. Нэм. Ну, у тебя тут терпимо. Тут жара у вас расходится и не так жарит. Тридцать девять, ужас какой. Это топит на минус. Давайте я пока топливный еще не поставлю. Уже чувствую, они не будут справляться с этим. И мне нужен будет кондер еще. К нему в комнату. Наверное, на улицу жарь. Отсюда охлаждай. Либо сюда жарь. Отсюда тоже будет охлаждать дальше. Так. А проводов вообще хватит? Должно. Так, и походу мне нужно будет больше железа. Черт, проблемы на проблемах. Конечно, да, такую жару я не ожидал. Все. Вроде все у меня должны получать что-то. В минус тебе, папа. Все, эти нормально тут. Блин, тут как снаружи. Тест компонентов мне хватит? Что
Что-то я их вообще у тебя не наблюдаю. Может не хватить, поэтому надо будет добыть. Где еще у меня есть компоненты? Здесь нету. Здесь выкопали. И надо по возможности их скупать, потому что это самое важное, что есть в этой игре. Компоненты. Походу все. У меня половина ушла на кондеры. Раненый беженец. 33. Ему несет тяжелые раны, и это не станет передвигаться самостоятельно без вашей помощи. Нет, мы пока никого не спасаем. У нас нет оружия. Мы еще недавно только вышли из каменного племени. Что ты делаешь? Дышает из-за расположения на улице? Бросить строить крышу. Фига себе. Достроить они не могут. Что у тебя? Что случилось? Нужды. Под кайфом от дымолиста. Знаете, наркоман. Стопэ. Домцы. Все сюда. Кто там к нам придет, как обычно? Ты куда? Тоже беги сюда. Опять эти механоиды. Так, ты давай тоже беги сюда. Все бы ничего, но я не справляюсь с такими толпами механоидов. А черт. Давай сюда беги. Так, кто еще есть? Онни. Распи. Неси их. Кто сейчас? Лягушка? Вставай, бой же идет. Ты мне, конечно, не поможешь, но тоже давай. Хоть что-то. Любая сила пригодится. Кто? Что? Кто снял? Ты чё? Господи, биби. То есть кто-то ему там стрельнул с затылок. Стрелять же нет. Блин. Это первый раз, когда мы от него отобьемся, да? Остался один, давайте поближе. Все. Жесть. Конечно, это была жесть. И фауна у меня кончилась. Питомцы. Все, можете гулять где хотите.
Блин, один хорошо пострадал, кто-то ему в спину всадил. Да. Фух, я думал, не переживу. Сейчас все будет. Держитесь. Ну, мы пережили это нападение. Я пытаюсь, тихо. Смерть лисиц, все. Ай-яй-яй-яй-яй. Я пытаюсь спасти, стойте. Серый, падай и катись. Ожог, это нормально, терпимо. Умалупа, смерть хаски. Ожог терпимо. Стой, тушите. Что вы делаете? Расширить домашнюю гость. Вы что, дубу рухнули? Все, кому нужна помощь? Все, быстро. Опа, а ты кто такой валяешься? Что с тобой-то случилось? Еще один под кайфом. С тобой-то что случилось? Тоже под кайфом. Да уж. Ты под кайфом. Да господи. Биби, тебе тоже нужно лежать? Ну блин, лечение. Иди тоже отдыхай. Че у тебя? Нормально. Иди возьми потом его. Блин. Питомцев у меня почти не осталось. Давай, пумаю. Пумалупа. Блин, многие уже готовы. Что у тебя? В смысле смертельная болезнь? От чего? Блин, вообще офигели. Че тут горело? Нужно лечение, серый. Ну иди отдохни. Да че они там под кайфом валяются все? Смертельная болезнь, от чего? Тепловой удар сильнейший. Что я сделал? У меня нет работников сейчас. Блин, жара, нашествие, все сразу. Брик. Возьми оружие. У тебя тоже тепловой удар? Не, нормально, тебя залечили. Смерть альпаки. Узнать больше. Кровопотери? Не знаю. Брик, ему вообще тяжело. Блин, что за напасть такая? Смерть мукола. Да. Температура, надо его хотя бы в холодильник поставить один. Сидит, отдыхает, у меня тут проблемы. Брик, что у тебя? Ожог. Ну, молодец, иди отдыхай. Сейчас все будет хорошо. Сейчас мы сделаем все, что сможем. Я скинул как мог, но пока жара стоит, это жесть. Иби, что у тебя? Ожог. Загнили на складе. Жесть, вообще ужас. Вот, ты очухался. Ну иди, бери. У
смысле, они даже доделать-то не могут. Кто-нибудь доделать-то будет дверь эту, нет? Кто не доделал? Блоки известняка, работы осталось 3. Невозможно строить, низкий навык строительства. Серый, что ли, может? Господи. Риск тяжелого нервного срыва. Блин, да терпите, господи, сейчас жара спадет. Сколько она еще будет, я не знаю. Длится полтора... Два дня, господи. На питомцев и мух у меня осталось мало. Чего у меня осталось? Альпака, индюк, индюшка. Муфала. Фауна. Кошмар. Нет, сначала мы здесь разберемся со всем. Нужно лечение. Кто? Биби, давай. Ты лечи, он тоже ложись отдыхать. Господи. Долго будешь на нее смотреть? Давай. Что с ним вообще? Ужас. Серый, прости, но тебе нужно достроить. Иди забери свою винтовку. А-а-а. Че, спасать никто не будет? Кошмар. Я почему он не может уйти? Отдыхать. Не может, ему плохо. А-а-а, ужас какой. Что у тебя, здоровье? Левая нога, шрам отколотый, тепловой удар. Сейчас пытаемся вырулить как можем. Жесть, конечно. Биби, тоже иди отдыхай. ЛРС тебя подлечит, да? Лечить. Лекарственных трав нету. Блин. 51-52. Ешь твой за ногу. Лучше в холоде, блин, наверное. Пока жара не спадет, бесполезно что-либо делать. Сейчас все вот это попропадает. Блин, я не знаю, что делать. Кондер еще один. Бессмысленно. Пищевое отравление, грязь на кухне. В смысле грязь на кухне? Я делаю все, что могу. 21-21. Вы пока терпите. У вас суровая ноша. Между... Нет, я сказал этот же. Между собой и на улицу. Фу, жесть, конечно. Как бы тебя охладить-то тут? А, это надо длиться столько? Блин, походу... Не знаю, придется строить все равно. Нет, а хватит компонентов? Блин, ну кухню охлаждать надо, ну это жесть. Фигач. Я не понимаю, нафига он фигач настолько низко, если он настолько не поднимается. Жара прошла, господи, наконец-то. Черт. Верните стенку. Срочно дострой ее. Фух, вот это был бой, если честно, от кого-кого, вот их я не ожидал. Ноль, все, вы пока отключайтесь. Выключить. Это было прям испытание. Прям еще то.
Это всего лишь четверо было. Всего лишь четверо, понимаете? Чё у меня альпака сколько? Раз, два, три. Альпака, самец. Два самца. Нужно пару самок взять. Давай тебя возьмем, тебя возьмем. Тебя возьмем. А остальных истребим, чтобы не лазили мне тут. Да. Да-да-да. Нет, стойте. Лазите где хотите. Капец, крыльщ. Так, кто там очухается? Кто у нас более-менее нормальный? Лечит индюшку? Не можешь. Брик отдыхает. Давай, иди. Чья-то винтовка валяется. Ну ладно. В целом было все плохо. Сейчас постараемся как-то все исправить. Хирургом готов быть. Покрытие ковры. Синий ковер. С ткани. Но ее у нас не так много. Фух. Конечно, это было тяжело. Минус 16. Хорошо. Не успевает остыть. Хаски разрезали. Жалко, хорошие собачки были. Прям хорошо они вступились в бой. Вы здесь прям пошли и прям выжили. Благодаря этому. Тут можно сделать двойной слой стены. Не знаю, как он поможет. Опять? Да вы издеваетесь. Не-не-не-не-не-не-не. Второй налет я такой не выдержу. Вы чё? Блин, а где у меня сохранение-то было? О, чёрт. Барик, потом иди разделав. Давайте я так сохранюсь, пока все еще не слишком плохо. Один налет я выдержал, но вот второй. Второй не уверен, что выдержу. Поэтому пока мы постараемся так закончить до налета. И всех остальных проблем. Фауна, я хотел взять пару самок альпаки. Тебя взять, тебя взять, тебя взять, всех остальных. Истребить. Полностью всю фауну вырежу себе. Фауна. Питомцы, кто у меня тут есть? Самец, самец, самка. Ну давайте все-таки одного самца тоже возьмем. Три самки и один самец. Всякое бывает. Все, вот так вот. То найди личи. Жара скоро должна будет спасть. Сложно было, очень сложно. Очень сложно. Ладно, сохраню, пока опять ничего не прибежало и не сломало мне. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, выживать все сложнее, всем пока, надо подумать, как сделать оборону с разных ракурсов. Да, надо. Ладно, всем пока.